мы на втором Павелецком проезде. Идем от Павелецкой набережной в сторону железной дороги. Там у нас Москва-река сзади протекает. Какой-то ведомственный, похоже, дом. Но фиг его знает, может. Ну и много различных вот организаций. Что типично, собственно, для Даниловского района в целом. Ну и для прилегающих Дербеневской, Павелецкой, Даниловской, Новоданиловской набережной территории. Ривердейл. Это кафе такое, да? Это бизнес-центр. И кафе, и бизнес-центр. Со вкусом сделали, построили. Здесь вот кварталы жилой застройки, пятиэтажечки. В общем, это такая территория, островок, зажатый между Павелецким направлением железной дороги и Москвой рекой. Здесь сосредоточилось какое-то количество жилых домов и бизнес-центров. Туда чуть далее будет бизнес-квартал Новоспасский, крупный, на месте ситцевно-бивной фабрики. Ну и здесь то и дело встречаются различные места бизнес-активности, так сказать. Идем дальше. Железную дорогу здесь никак перейти нельзя. И даже у станции Москва товарная Павелецкая нет никакого пути на другую сторону, в сторону в направлении улицы Дубининской. Так что это несколько изолированная такая территория. Прям свой мир, что ли. Не, ну это уж, конечно, преувеличение. Понятное же дело, что есть автобусы до Павелецкой. А Павелецкая станция кольцевой линии метро. Но все равно некоторая обособленность данной территории, она прослеживается налицо. А,
Ага, вот там конечный, третий Павелецкий.